Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же следить человека по iPhone. А это имеется в виду о том, что именно по его же iPhone. Вам нужен будет доступ к этому iPhone. Если вы там хотите проследить человека, узнать, где он был, и он всячески там скрывает, или ну, не верите вы, может, не слишком убедительно или убедительно, то чтобы отследить человека по iPhone, нужно знать в целом систему iOS. В данном случае будет показана iOS 13.2. Что нужно? Нужно зайти в настройки, в конфиденциальность, вот, службы геолокации. Опускаемся в самый низ, системные службы, еще ниже, и вот важный подпункт, это важные геопозиции. Здесь оно будет под паролем, жмем Touch ID, нужно, это именно то заветное меню, нужно включить ползунок важные геопозиции. И вот только тогда покажет все посещенные места данного владельца iPhone, история перемещения, подключения к Wi-Fi точкам, где делали фото и сколько времени провели в том или ином месте. Вот, то есть, когда после этих действий вот вы активируете все, геолокация будет работать по всем приложениям, по всем доступным способам, подключаться ко всему и вся. Так вот, это и помогает отследить человека, и вы должны понимать, как это отключить, чтобы вас также не отследили. Поэтому мы отключаем, возвращаемся назад и вот делаем точно все то, что здесь указано. Геолокация, реклама отключаем, эти все ползунки отключаем, геоопределение отключаем, это оставляем. Калибровка учета движения отключаем, найти iPhone оставляем. Настройки системы, это все оставляем. Сети Wi-Fi, вот пожалуйста, это надо отключить, чтобы вас не отследили. Поделиться геопозицией тоже отключаете. HomeKit, ну все, чем вы не пользуетесь, это вы все отрубаете. Анализы всякие у вас должны быть свои анализы. Ничего никуда отправлять не нужно. Все. Когда этот подпункт вы вырубили, то есть даже если человек захочет отследить, он зайдет, а там дулька, ничего там не будет. Вот и все. То есть как отследить, вы поняли, и как быть не прослеженным, тоже вы поняли. Делайте это, пользуйтесь. Если вам понравилось видео, ставьте вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!